Друзья, всем привет! Меня зовут Крис Савельева, и я очень рада вас видеть на своем YouTube-канале. Сегодня в этом ролике я бы хотела поднять очень важную для многих девушек тему. Это тема похудения и в целом фигуры. Как же добиться фигуры мечты и какие диеты лично я перепробовала для того, чтобы похудеть. Сразу хочу сказать небольшой дисклеймер о том, что этот ролик не несет никакого пропагандистского характера в желании, чтобы вы садились на диеты и следовали моему пути. Это лишь мой опыт, которым я хочу с вами поделиться и в некоторых моментах предостеречь от того, чтобы вы, не дай бог, не навредили своему здоровью. Сразу хочу сказать то, что мне 22 года, и свой путь к фигуре мечты я начала еще в подростковом возрасте. Дело в том, что с самого детства я активно занимаюсь спортом. Я перепробовала большое количество спортивных направлений, таких как плавание, акробатика, танцы, причем разные виды танцев. Я пробовала себя в чем только можно, потому что с детства я обожаю спорт. И по сей день я его очень люблю, только единственное, что с моим графиком сейчас не всегда получается регулярно им заниматься. Моя история похудения началась еще в далекие школьные годы. Сейчас мне 22 года, но я отчетливо помню, как в свои там 12-13 лет я уже начала обращать внимание на свою фигуру и понимать то, что она у меня, оказывается, начала трансформироваться. Я думаю, у каждой девушки наступает тот период, когда она из девочки превращается в девушку. И именно здесь начинают зарождаться какие-то первоначальные формы. И бывает такая ситуация, лично которая произошла у меня, что я все детство питалась там шоколадками, конфетками. Да, я занималась спортом, безусловно. Но на мне это никак не отражалось, то, что я ела все подряд, понимаете? Могла съесть 5 пирожных за раз, но мне никак это не отражалось. И в целом я не могу сказать, что меня волновало чье-то мнение. Но когда наступил подростковый возраст, безусловно, мы видим то, что все девочки в школе начали ходить в юбочках, в платьицах, на каблучках. И ты думаешь так, а я тоже, оказывается, хочу выглядеть красиво. И вот это понятие «я тоже хочу выглядеть красиво», оно, мне кажется, появляется именно в 12-13 лет. В один момент, знаете, невзначай, я начала замечать то, что раньше я питалась макарошками, котлетками, там могла съесть кучу конфет, шоколадок, начало резко отражаться на моем животе. У меня такая фигура, то, что если я лишний раз действительно что-то поем не так, у меня все быстренько откладывается именно в зоне живота. И это такая моя проблемная зона, если можно сказать. То есть даже в зале я всегда делаю упор на пресс, потому что по-другому у меня его просто нет. Я говорю, что я все время восхищаюсь девчонками, кто может действительно есть все подряд, но лично у меня не так до сих пор. То есть я прекрасно понимаю, что если я уйду в отрыв и буду есть все подряд, различные шоколадки, конфетки и прочее, моя фигура в один момент скажет мне до свидания, и мой вес, огромный вес, к которому я пришла неправильными действиями и неправильным отношением к себе, сейчас я про это тоже буду рассказывать, я набрала плюс 15 килограмм, в свои 18 лет я весила порядка 72-75 килограмм, это было достаточно много при моем росте 1,70 м, но об этом как раз таки я и хочу поговорить в этом ролике, то есть как моя нелюбовь к себе, желание быть вот этой версией, лучшей версией по мнению общества привело к тому, что я очень начала набирать вес, не худеть, а наоборот набирать. Так вот, если мы обратимся к подростковому возрасту, когда я активно занималась спортом, я в какой-то момент начала замечать то, что оказывается просто заниматься спортом недостаточно, и моя фигура начала очень резко трансформироваться. У меня начал появляться живот, у меня начали появляться бедра, и как-то знаете, вот у меня всегда был пресс лет 10, у меня уже был жесткий пресс, потому что я занималась спортом, повторюсь, и тут у меня резко все начало заплывать. Я была просто, знаете, в таком состоянии непонимания, когда что мне делать. Вот что мне делать? Я привыкла ходить в таких вот топиках коротких, а тут у меня внезапно начало все появляться. И, конечно, я понимаю, что ага, а мне там мальчик какой-то нравится, а еще что-то. То есть мне захотелось этой фигуры мечты добиться очень быстро. И я думаю, что у всех из вас, девчонки, есть момент в том, что мы никто не хотим ждать там месяц, два, три, пока у нас появится идеальная фигура. Все хотят здесь и сейчас. И так в целом не только с похудением, но и со многими другими вещами в нашей жизни, что мы хотим быстрого, моментального результата. Но сразу небольшой спойлер. К сожалению, вот это быстрое моментальное действие, оно сыграло со мной злую шутку и привело к большим негативным последствиям. В свои 13 лет я резко поняла о том, что так, Кристин, нужно резко все сбрасывать, все эти шоколадки, все то, что ты наела в лагерях, то, что наела после школы, круассаны и прочее, нужно быстро сгонять, потому что на тот момент мне очень нравился один мальчик, мы с ним вместе, помню, занимались на танцах, и я думаю, так, все, но мне нужно выглядеть идеально. И в итоге, я же не знала, как это делать правильно, понимаете, я тоже смотрела YouTube и думаю, так, все, будем сидеть на диетах. И я начала изучать, какие диеты существуют. Девочки, мне кажется,
я перепробовала все возможные диеты, причем самые жесткие, где калорийность за день составляла примерно 800-900 килокалорий. Вы можете понять, насколько это мало? То есть с учетом того, что я растущий организм, то, что по факту я подросток, то, что у меня очень много энергии уходит из-за мозговой деятельности в школе, я невероятно мало ем. И причем я прям чувствую, знаете, то, что у меня начинает кружиться голова, я прям чувствовала себя очень плохо, у меня не было никакой энергии, но я продолжала над собой по факту издеваться. Я перепробовала большое количество диет, вплоть молочные, гречневые диеты, перепробовала, в принципе, питьевые диеты, часто на них сидела, если так можно сказать. У меня даже, знаете, я как сейчас вспоминаю, у меня напротив кровати была такая магнитная доска, и я на ней прям прописала, то есть по дням, неделям, сколько мне нужно выдержать этой питьевой диеты на 800 калорий, чтобы сбросить хотя бы 2 килограмма. Каждое свое утро я начинала с замеров своей фигуры, то есть конкретно я вставала и начинала замерять вес, талию, бедра. Мне настолько сильно хотелось похудеть, что я, вы знаете, как танк шла и вообще абсолютно забивала на свое здоровье, самочувствие и в целом состояние. Я помню, как у меня ухудшилось качество волос, как у меня не было энергии, опять-таки повторюсь, потому что питание — это в первую очередь наша энергия, как у меня не было сил и желания ходить и заниматься спортом, на танцы, потому что я просто понимала, что я хочу есть. И знаете, к чему это все приводило? Повторюсь, мне было лет 13-14, когда в целом я начала вот этим всем заниматься, когда я начала заниматься диетами, сидеть на них и в целом стараться как-то себя привести в хорошую форму. Мне очень хотелось быстрого результата. Я прям рассчитывала, что вот 2 недели у меня идеальный пресс, 2 недели я все верну. В итоге, что мы имели? Я могла 3-4 дня действительно продержаться на питьевой диете, только молоко, только йогурты, ничего вот твердого. Ну, понимаете, какое-то истязание организма. То есть я сейчас сижу, понимаю, господи, какой это был кошмар. А понимаете, что действительно есть такие блогеры, которые это пропагандируют? Потому что на тот момент я еще смотрела YouTube-каналы, и действительно это встречалось очень часто, что девушка могла сидеть, вот так же, как я сейчас, и говорить о том, что вот я там неделю посидела на питьевой диете, результат моя конфетка, и ты сидишь, ты подросток, у тебя нет понимания, правильно это либо нет, у тебя нет возможности пойти к диетологу, ты не хочешь говорить об этом маме, и ты идешь и начинаешь просто следовать советам девушки из интернета. Поэтому я вас призываю к этому видео в том числе относиться именно как к информации, которую вы получите, но не значит, что вы пойдете следовать и делать так же, как это делала я. Потому что сразу оговорюсь о том, что вот эта вся история с похудением, она очень сильно отразилась на моем отношении к еде по сей день. Смотрите, значит, когда я начала вот это все практиковать, что 800 калорий в день, 850, я прям все измеряла, я вела определенные приложения, как Fat Secret, предположим, я думаю, что многие его знают. К чему это начало проводить, девочки мои дорогие? 3 дня я сидела на диете, а на 4-й день я так срывалась, что это просто жутко было смотреть. И вот по факту именно с 13 лет я на протяжении нескольких лет, вплоть до моего момента поступления в университет в Москве, я себя очень жестко, постоянно, вот знаете, загоняла вот эти круги. То есть в один момент ты сидишь на диете, ты вроде такой гордишься собой, что вот здорово, я там выдержал 800 калорий, вот я там сегодня не сорвался. Проходит неделя, ты сидишь, пожираешь шоколадки, скупаешь просто весь магазин со сладостями, потом ты себя сидишь, винишь за то, что ты это все съел, резко набираешь снова вес, потом снова худеешь. И вот в таком вечном круговороте событий я жила примерно несколько лет. Это было просто ужасно. Сейчас также хочу сказать, почему. Да, то есть почему я сидела? Дело в том, что я на тот момент уже активно смотрела такие программы, как топ-модель по-американски, топ-модель по-русски. В целом я очень сильно хотела работать моделью, и в целом-то моя карьера бы, наверное, бы и сложилась. Но, честно, я в какой-то момент для себя поняла, что мне дороже свое здоровье, чем вот так вот себя истязать под определенные параметры, которые считаются параметрами красоты. Ведь для всех я считаю, что параметры красоты, они абсолютно индивидуальные. И ведь одной девушке идет быть худенькой и весить 50 килограмм, а другая уже в этом же весе будет выглядеть совершенно болезненно. Но я этого не понимала. Пик, наверное, моего похудения случился в 11 классе, когда я сдавала ЕГЭ, когда у меня был невероятный график учебный. То есть я настолько сильно мечтала поступить в Москву, что я помню, что я сидела в своем маленьком городе и постоянно училась. То есть у меня весь день в целом он состоял из того, что я либо езжу к репетиторам, либо езжу в школу, либо сижу и изучаю какие-то материалы, готовлюсь к ЕГЭ. Ну и, соответственно, поскольку у меня жизнь была супер монотонной, да, без эмоций,
эмоциональный в каком-то плане. Я постоянно сидела и заедала. Я думаю, что многие из вас понимают, о чем я говорю. От скуки чаще всего это происходило, от какого-то стресса, от желания что-то заесть, какие-то свои эмоции негативные, какие-то свои переживания в школе. Ну и в целом потому, что как бы не было больше чем заняться. В маленьком городе я сидела, ела. Постоянно себе что-то покупала, ела. Я помню, что мы даже с моей подружкой решили устроить челлендж и каждое утро начать бегать, чтобы похудеть к переезду в Москву. К сожалению, у нас этого не получилось, потому что у нас тогда у обоих, как выяснилось, было расстройство пищевого поведения, потому что за все эти годы вот этих срывов диет, я себе действительно полностью сломала отношения с едой. Я сразу скажу, что я не работала на эту тему с психологом, к сожалению, возможно, потому что у нас на тот момент не было возможности отдать меня к психологу, да и в целом я не говорила никому о том, что у меня были вот такие вот непонятные отношения с едой. По сей день, несмотря на то, что я уже выросла, то, что я уже действительно головой понимаю, что мне дороже свое здоровье, в том числе женское здоровье, до сих пор у меня случаются приступы переедания, до сих пор у меня встречается нездоровое какое-то отношение с пищей, и я стараюсь осознанно себя, вот, знаете, как-то ограждать от этих диет, хотя иногда так и манит сесть и похудеть резко в один день. Сразу хочу сказать то, что в 11 классе вот именно такими своими жесткими перееданиями я очень сильно набрала. Я, несмотря на то, что я бегала по утрам, несмотря на то, что я старалась питаться правильно, то есть творожок утром без всего, ну вот конкретно без всего, просто творожок, там кофе без ничего, ну это какой-то кошмар, честное слово, сейчас вспоминаю, думаю, какой ужас, я бы сейчас так бы не выжила. Я набрала вес. Мой максимальный вес был 72 либо 75 килограммов. Чтобы вы понимали, я могла спокойно надеть мамины джинсы. Девочки, мне было 18 лет, я могла надеть мамины джинсы. Мне казалось, что у меня проблемы с гормонами. Мне казалось, то, что, возможно, это в силу возраста, что я как-то так выгляжу. На самом деле, это просто действительно настолько сильно был у меня убит метаболизм, что у меня в целом я могла подышать над конфетой, и у меня резко появлялся вес. Но я сейчас утрирую, конечно, но по факту оно так и было. То есть я настолько сильно себя вот изнутри просто истерзала всеми этими диетами, срывами, перееданиями, нездоровым отношением с едой, что по факту к 18 годам, вместо того, чтобы похудеть и красоткой переехать в Москву, я весила 72 килограмма, девочки. Это было ужасно. Я помню, как я действительно себе не нравилась в зеркале. И тут, на самом деле, моя проблема еще больше усугубилась, потому что после того, как я когда-то похудела после таких диет, я резко встречаю подружку, которая тоже собирается похудеть, и говорит: «Крис, слушай, а давай мы с тобой вместе сядем на питьевые диеты? Это же работает!» И представляете, я учусь в университете, это было 18-19 лет, и сижу на питьевых диетах. Опять. Снова. Вот жизнь меня ничему не учит. Девочки, я вот в этом ролике что хочу на самом деле сказать? Не просто вот то, что сказать, у меня это было, да, вот так у меня это проходило. Я хочу сказать о том, чтобы вы любили себя и с заботой к себе относились. Потому что понятие красоты сейчас в нашем современном мире, оно настолько, знаете, разностороннее и многогранное, что каждый из нас по-своему красивый и прекрасный. Я лично это хочу доносить в мир и говорить о том, что каждый из вас прекрасна. Да, вы можете над собой работать. Я лично не за бодипозитив, где ты ходишь там 150 килограмм весишь и говоришь: «Боже, я красотка», потому что в первую очередь это проблемы со здоровьем в любом случае, если ты весишь 150 килограмм. Вы должны просто с заботой и любовью к себе относиться, если вы понимаете, что где-то вы поднабрали, что где-то вы там переборщили, переели, но не садитесь вы на питьевые диеты, не истерзайте вы себя, дайте свободно организму там месяц восстановиться, потому что месяц — это нормальный срок. Чтобы вы понимали, вот после всех своих вот этих вот перееданий, расстройств пищевых поведений, вообще в целом нездорового отношения к себе, к еде, ко всему вокруг, я даже обучилась нутрициолога, то есть настолько меня вот эта тема изнутри, ну вот разъедала, настолько я себе не нравилась. И не нравилась я не потому, что я была безумно толстой какой-то, а потому что в целом мне казалось, что красивой я буду только весить 45 килограмм, грубо говоря. Чтобы вы понимали, у меня сейчас нормальный вес мой, это там 52, там 55 килограмм, я даже не слежу за весом и не встаю на весы. На данный момент я не веду никаких приложений по похудению, там, по высчитыванию калорий. Почему? Лично я считаю, что это все дорога к расстройству пищевого поведения. То есть, если вы сейчас считаете калорийность блюд постоянно в различных приложениях, если вы приходите с друзьями посидеть в ресторанчик и просите калорийность и все это отсматриваете, это все прямой
путь к расстройству пищевого поведения. Мне кажется, что самый хороший совет, который я сейчас уже могу дать, это просто с любовью относиться к себе и есть только, когда ты этого хочешь, и есть то, что ты хочешь. То есть, понимаете, когда вы насильно себя заставляете есть, это неправильно, я считаю. Это лично мое субъективное мнение, я не врач, я не диетолог, я просто обычная девушка, которая говорит о своем опыте, о негативном опыте, который сейчас отразился на мою жизнь, и я хочу молодых девчонок предостеречь от таких видео, которые говорят о том, что садитесь на гречневую диету и похудеете за 3 дня на 20 килограмм. Девочки, любите себя, не истерзайте так себя и свое тело, потому что действительно могут начаться проблемы с женским здоровьем. Я помню, как у меня пропадали месячные на полгода, это было мне лет 15, наверное, причем я об этом никому не говорила. Понимаете, я об этом никому не говорила. Я сидела и думала, не, ну это нормально, ну что, мне 15 лет, это ненормально. Поэтому, если вы хотите сбросить вес, пожалуйста, займитесь здоровым образом жизни. Регулярно занимайтесь спортом. Никто не говорит вам ходить каждый день в зал и убиваться там. Ни в коем случае. Вот каждое утро просыпайтесь, уделяйте 15 минут своего времени просто покачать пресс, просто поприседать, просто потянуться. Это уже будет лучше, чем ничего, чем вы будете себя истерзать в зале. Сходите на плавание. Я вообще в целом всегда рекомендую выбирать только те виды спорта, которые вам искренне нравятся. Вот я сейчас собралась идти на бокс, представляете, просто потому что я думаю, блин, прикольно, хочу сходить. Или, например, плавание я обожаю тоже, но я ненавижу тягать железо, и я себя не заставляю это делать. То есть подбирайте тот вид спорта, который вам близок. Если вы ненавидите бегать, не идите вы бегать, потому что вы должны понимать, что спорт – это должно быть вашим образом жизни, вашим ритуалом регулярным, а не то, где вы себя изнуряете, заставляете, идете через «не хочу». Понятное дело, что бывают такие моменты, когда ты не хочешь и дисциплинируешь себя, но ты в любом случае занимаешься тем, что тебе нравится, поэтому выбирайте тот спорт, который вам близок. Я помню, когда я хотела похудеть, я постоянно старалась себя заставить бегать. Девочки, я ненавижу бегать, честно вам скажу. Бегать – это мое самое-самое нелюбимое. Я себя заставляла бегать. И что вы думаете? Это как-то мне помогло? Нет, ни в коем случае. Я помню, что я себя заставляла, гордилась тем, что я себя переосилила, но никакого удовольствия я не получала. И в своих роликах, в целом, в своем мировоззрении, я хочу сказать о том, что в жизни нужно заниматься тем, что вам нравится. Даже спорт должен быть вам в кайф. Если вы утром любите есть сырники, а какая-то тетечка из интернета вам говорит о том, что нет, только яичница, только авокадо и прочее, ешьте вы свои сырники. Вот что я хочу вам сказать. То есть всегда прислушивайтесь к себе и к своему внутреннему состоянию. Не изнуряйте себя самостоятельно. Потому что если вы самостоятельно себя тянете на дно, начинаете сидеть на диетах, начинаете себя жестко ограничивать, идете с друзьями в ресторан, выбираете себе просто зелень без ничего, вы себя осознанно лишаете радости жизни, вкуса жизни. Я сейчас не говорю о том, чтобы сидеть и заедать все чипсами, ни в коем случае, да, то есть вы тоже должны понимать, что это нездоровая история. Но когда вы идете с подружками посидеть в ресторанчик, и вы лишний раз себе отказываете в том, чтобы там, не дай бог, подышать над пироженкой, это сразу идет к расстройству пищевого поведения. Я сейчас, вот несмотря на свои 22 года, повторюсь, почему я такое сравнение провожу, потому что по факту уже 10 лет я нахожусь в состоянии регулярного диеты, не диеты, диеты, не диеты, спорт, не спорт и прочее. Сейчас вот на протяжении, наверное, 2 лет последних мое состояние максимально хорошо стабилизировалось. То есть даже когда бывает у меня ситуация, когда я поправлюсь, это чаще всего происходит зимой, я очень спокойно к этому отношусь. Я просто начинаю внедрять в свою жизнь спорт. Я начинаю внедрять в свою жизнь активити, то есть постоянно ходить пешком. Даже зимой это пойти на каток лишний раз, покататься на лыжах. То есть вы должны понимать, что если вы просто ведете сидячий образ жизни, конечно, вы будете набирать вес. И в любом случае, с каждым годом, когда мы взрослеем, метаболизм ухудшается, и вы должны вводить какие-то активности в свою повседневность. Вот в моем случае это занятие спортом по утрам. В моем случае это осознанные прогулки. В моем случае это там коньки, бокс. То, что мне нравится. Я не хожу просто так в зал. Я не просто так бегаю на дорожке. Я это в принципе не люблю делать. И всем своим подписчицам я хочу передать и сказать о том, что, девочки, любите себя. Вы у себя одни. Вы будущие мамы, либо, возможно, вы уже мамы. И вы должны понимать то, что ваше здоровье у вас должно быть превыше всего, а не то, что там парень нравится своему, либо нет, там, либо окружению. Любите себя в первую очередь. И если вам нравится, там, предположим, 2 раза в день питаться, не заставляйте себя есть 5. Вот про что я хочу сказать. В студенческие годы я начала активно слушать подружку и тоже сидеть на диетах. Начала висеть на питьевых диетах, тоже постоянные срывы, я еще больше набрала веса. Я серьезно вам говорю, я весила очень много, мне кажется, что я весила килограмм под 80. Как я сбросила этот вес? Давайте
расскажу, наверное, кульминацию этого ролика, потому что, вот, как видите, у меня вес постоянно вот так вот на протяжении 10 лет, да, то есть это плюс там 5 килограмм, минус 5 килограмм, плюс 10, минус 10, вот именно из-за того, что постоянно было понятие диета-срыв и нездоровое отношение к еде и к себе в первую очередь. Что я начала делать для того, чтобы похудеть, девочки? Смотрите, мой прогресс в похудении начался в 19 лет, и он начался в тот момент, когда я просто перестала думать о еде. Простой совет? Наверное, очень. Я просто перестала думать о еде. Я просто перестала считать калории. Я просто удалила все свои приложения, которые были связаны с подсчетом калорийности. Я просто от себя... Понятно? Я просто перестала вот себя изнурять. Вот этим, так, надо записать, это я съела, это я не съела. Все, я все удалила и сказала себе: Кристин, все, мы с тобой забываем про всю эту историю с расстройствами, психологическими в том числе, с нездоровым отношением с едой, и начинаем спокойно жить. Я перестала думать о еде, я просто стала завтракать, я просто стала обедать, я стала есть тогда, когда я хочу. То есть не так, что вот время 4, так все, нужно идти есть. Если я не хочу есть в 4, я пойду поем в 6. И я начала есть то, что мне нравится, от чего я действительно насыщаюсь. Потому что если я прихожу в ресторан и понимаю, что от этой гречки мне будет плохо, и я потом вечером пойду и съем торт, я лучше приду в ресторан, возьму себе вкусный салат, возьму себе десерт, но я настолько внутри себя насыщу, что мне вечером не захочется это есть. То есть, как вы видите, вот у меня мой прогресс в похудении начался именно в тот момент, когда я перестала думать о еде. Это раз. Когда я начала есть то, что мне нравится, а не то, что прописала тетя Маша где-нибудь в Инстаграме. Третий момент. Я перестала слушать всех своих подружек и не подружек касаемо диет, потому что они не диетологи. Девочки, если у вас есть проблемы с весом, в первую очередь вам нужно обращаться к специалисту, а не к своей подружке. Если вы понимаете, что вы сами не справляетесь, не слушайте людей с интернета, идите к диетологу, идите к человеку, кто в этом разбирается, нутрициологу в конце концов. Но ни в коем случае не просто по совету подружки питьевая диета. Это ни в коем случае не работает, это только разрушает вас изнутри и не дает вам нормально, полноценно жить. Значит, смотрите, следующий, что мне помогло похудеть, это то, что я перестала ставить себе какие-то жесткие сроки на похудение. То есть, не дай бог, я за неделю не сброшу 20 килограмм, все, кошмар какой-то. Для перфекциониста это вот все, если 19,5, то это кошмар. Нет, девочки, мы в целом, я считаю, не нужно ставить сроков, не нужно. Вы просто задаете себе цель о том, что я хотела бы сбросить вес. Вы это у себя держите в голове, но вы ни в коем случае не маниакально каждое утро взвешиваетесь, не маниакально замеряетесь, не маниакально вот это покупаете вот эти злаковые батончики полезности, а потом идете в подворотне там с подружкой кушаете сникерс. Ни в коем случае не обманывайте себя. Перестаньте каждое утро взвешиваться, перестаньте каждое утро делать замеры. Начните жить, начните заниматься любимыми вещами, начинайте обращать вещи на другое. Не на то, сколько вы съели, а на прелести жизни. Потому что я заметила вот такое тоже, вы знаете, сопоставление, что когда я живу, когда у меня в жизни череда событий, когда моя жизнь не скучна, она полна каких-то встреч, эмоций, знакомств, мне не хочется сидеть и заедать свою скуку едой. Потому что заметим, что чаще всего мы переедаем только когда нам скучно, когда у нас не хватает эмоций в жизни. Начните осознанно эти эмоции у себя создавать, встречаться с людьми, ходить на выставки, ходить там в спортзалы, гулять, знакомиться с кем-то. Я уверена, что если ваша жизнь обретет краски, в целом какие-то внутренние краски, когда вы будете понимать, что ваша жизнь интереснее, чем просто сидеть и обжираться едой до потери пульса, я уверена, что в таком случае вы начнете худеть. Более того, достаточно действительно просто неделю перестать задумываться о еде, неделю прислушиваться к себе и есть только то, что вам нравится, неделю стараться свою жизнь заполнять интересными событиями, и поверьте, уже потом вы бессознательно, начнете забывать про то, что когда-либо вы вообще сидели и думали об этой еде. У меня ушла примерно неделя, полторы, может быть, на то, чтобы я просто переучила себя постоянно думать о еде. И знаете, что у меня произошло в жизни? Я стала очень счастлива. Вот действительно очень счастлива. Как человек, которого было столько лет, вот эти загоны внутренние. Я просто перестала следить за этими калориями. Я перестала думать о том, что время 7, и если я поем 7.30, то это уже все, это я уже поправлюсь. Я начала есть тогда, когда мне комфортно. И таким образом проходит месяц, два, три, и вы не поверите, но я начинаю очень хорошо худеть. И что важно, здорово худеть. То есть не ставя себе жестких сроков в неделю, не ставя себе жестких ограничений, живя полноценной жизнью,
я начала худеть. И где-то, наверное, спустя полгода мой вес действительно снизился настолько, что, ну вот те по факту килограммы, которые я набрала за время диет, как бы это ни звучало парадоксально, я взяла и сбросила. И вот этой моралью, вот этим видео я хочу сказать, девочки, то, что, наверное, все наше вот внешнее – это отражение внутреннего. Если внутри вас беспокойно, если внутри вас не любовь к себе, не принятие себя, желание себя изнурить, то и внешнее, да вы можете сколько угодно сидеть на диетах, но вы будете непривлекательны. Очень важна энергетика человека, понимаете, девочки? А энергетика, она будет только тогда хорошей, когда вы к себе будете с любовью, с заботой относиться. Вы должны понимать то, что каждый ваш поступок несет определенные последствия, в том числе и негативные. Если вы для себя в какой-то момент решаете резко начать худеть, резко одномоментно изменить свою фигуру, которую вы годами наедали, предположим, вы должны понимать, что это невозможно. Это то же самое, как вы там 10 лет сидели с зарплатой в 50 тысяч рублей, потом раз за день решили резко стать миллионером. Ребят, такого не бывает. Все в нашей жизни – труд. Все в нашей жизни – время. И для того, чтобы что-то достигать, нужно уметь быть терпеливым. Терпеливым и не зацикливаться, что очень важно. Потому что когда вы зацикливаетесь на чем-то определенном, предположим, на фигуре, все, у вас все мысли только об этом. У вас нет мыслей о жизни, о вашем молодом человеке, о вашей учебе. Вообще в целом обо всем. У вас нет этих мыслей, вы думаете только о том, как бы вам сбросить эти заветные килограммы. Девочки, вот прислушайте моего совета. То, что действительно работает и то, что сейчас помогает мне не набирать вес. В первую очередь, я сейчас много работаю, много учусь. У меня жизнь очень-очень насыщена. И это позволяет мне не переедать. Второй момент. Я всегда слушаю себя. И если мне по утрам нравится есть одно и то же, а как правило, я ем по утрам только сырники и только одно и то же, на протяжении долгого времени я ем одно и то же и никого не слушаю. Следующий момент. Я, когда поправляюсь, ни в коем случае не говорю себе о том, что все, Кристина, сегодня последний день, мы с тобой едим сладко, с завтрашнего дня перестаем. В моей жизни сладкое присутствует, в моей жизни присутствует любая еда. И паста присутствует в ней, и полезная гречка, и присутствуют батончики различные, и кофе присутствует, потому что я для себя выбираю жить. И для меня вот это такой осознанный выбор, где я осознаю, что да, может быть, у меня не будет идеальной фигуры, там, с невероятным прессом, с подсушенными руками, но лучше пусть я буду счастливой и доброй. Вот что я могу сказать. И, наверное, это позиция каждого. Сейчас я хожу, занимаюсь спортом. Я занимаюсь им тогда, когда у меня есть время, возможности и желания. Я занимаюсь тем спортом, который мне нравится, а не тот, который просто нужно. Вот нужно пойти на ту дорожку проклятую и на ней заниматься. Нет, если я ненавижу дорожку, я на нее не пойду. Потому что бег – это не мое. Я люблю заниматься боксом, мне нравится пойти на танцы, мне нравится пойти поплавать, посидеть в сауне. Но ни в коем случае не просто бегать на дорожке или подтягать железо. Это лично на мой выбор. И подытоживая это видео, я хочу сказать, что, девочки мои дорогие, любите себя. В вашей жизни все будет хорошо, если вы будете себя принимать и любить, и с заботой к себе относиться. Если вы хотите похудеть, поставьте себе цель похудеть и измениться там за полгода. Регулярных, небольших действий. Регулярные небольшие действия – это каждое утро просыпаться, делать зарядку. Регулярные небольшие действия – это каждый день выходить вечером гулять во двор. Регулярные небольшие действия – это перестать переедать по ночам, потому что завтра вам уже нельзя будет съесть эту шоколадку. От вас ее никто не отберет. Понимаете? Перестаньте вот так зацикливаться на еде и на своей внешности. Займитесь миром, займитесь собой, займитесь познанием нового, старайтесь создавать эмоциональное себе состояние хорошее, общаться с другими людьми. И ни в коем случае не сидеть дома, не загонять себя в четыре стенки и то, что вот, если я завтра не похудею, то все, от меня там мой парень сбежит. Не сбежит, не переживайте. И на этой прекрасной ноте я хочу этот ролик завершить и сказать, что все начинается с любви к себе. С вами была Крис Савельева. До встречи в следующих видео.